Привет, определим победителя в акции от компании Homework. В этой акции участвует 1781 человек. Они разместились на 23 страницах. Это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Получаем результат 16. Открываем 16 страницу и видим, что здесь находятся участники от номера 1201 до участника под номером 1280. Так, это результат 1260. Находим этого человека. Проверяем критерии акции. Так, этот участник не подходит, потому что у него закрыта стена. Ну, закрыта страница, извините. Поэтому находим другого человека. Страница 1.23, результат 15. Заходим в 15-ю страницу, видим здесь участников от номера 1121 до участника под номером 1200. Получаем результат 1127. Находим этого человека. Проверяем критерии. Друзей больше, чем 50. Фотографий должно быть больше 3. Фотографии есть. Проверяем запись на стене. Запись тоже присутствует. Поэтому смотрим, вступила ли Юлия в группу спонсора. Извините. Да, Юлия Горшкова вступила в группу, поэтому она является победителем в этой акции, с чем я ее поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он подробно объяснит, как получить приз. Всем удачи, спасибо, пока.